Итак, три бардспина на этот раз. Помню, его квалификации было выполнено на скуд, по-моему, два, может быть, даже и три. Посмотрим. Может быть, все-таки сейчас он еще будет добавлять какие-то трюки непосредственно в свой полет. И остается лишь только понаблюдать за этим, собственно говоря. Два гелиса в небольшой трансферочек вот туда вот также были выполнены просто играючи. Но это означает, на самом деле, тут такой спорный момент. Ведь все, что делается легко, друзья, это все не означает, что на самом деле все это реально дается легко. Это, друзья мои, месяцы практики, изнурительных тренировок и всего вот этого вот остального. Только благодаря этому выполнение выглядит таким легким и непринужденным. 15 секунд у тебя осталось. Я бы, конечно, всегда советовал чуть ускориться. Сейчас я прям активно займусь этим. 7 секунд осталось. Соответственно, прям буквально один тылучик успел сделать и забраться на квотер. Все, на этом я останавливаю твой заезд. Минута пролетела достаточно быстро. И у нас остался еще Максим Кудрявцев.